Вот. Это вот реактор. Вот. У него муфта вот в одну сторону вращается, в другую нет. Нагнетает он на турбину. Вот, реактор нагнетает на турбину на двух подшипниках. Вот. Турбина. Вот они между собой, они передают. Пока нет жесткого сцепления в блокировке, они передают давление масла. Создается давление масла, и оно типа... А вот блокировка сама. Ну, она простейшая блокировка. Вот ответная часть корпуса. А вот на поршень, входит поршень, вот, входит на этом. Когда давление оттуда создается, изнутри, подается, она раз блокируется. А когда давление оттуда блокируется сюда, она начинает давить сюда. Вот. Она давит сюда, манжеты здесь, она не пропускает. И блокировка, она жестко блокирует. Она соединяется с корпусом, все, и жесткая блокировка. И вот у тебя начинается, ее блокируют, а у тебя начинает проскальзывание. Тык-тык-тык-тык-тык, она проскальзывается, и начинается вибрация. А потом уже, когда далее боли, здесь хорошая поверхность, вот, когда проскальзывание, она цвета побежалости. А когда дальше уже, ты просто едешь на пятой передаче, вот, и у тебя обороты, ну не на пятой, на шестой, хоть на восьмой. Буксует, называется. А, да, она начинает буксовать. Ты на последней передаче в горку начинаешь подниматься, и горка, ты думаешь, обороты, машина не едет. Ну все, устройство бублика, двух слов. Понятно. Но это простой очень, и он надежный, нормальный вот этот. А у немцев, вот ZTF-овские вот эти, там несколько пакетов стоят. Вот эта блокировка, она у нас здесь, мы раз достали, а там она здесь заварена, здесь приходится ее резать, вскрывать ее. Там эти пакеты, вот. Ну, короче, кошмар-шоу. Вот. А здесь все просто, простой очень бублик, вообще простой. А чем проще, тем надежнее. Вот сегодня вскрывал этот BMW 2002 год. Ну понятно, там еще. Слушай, так классно сделано. Вот классно. General Motors, там коробка стоит, это самое. Она не ZTF-овская, она стоит General Motors коробка. Вот, прелестная коробка. И как бы очень